душа у тебя страдает? Нет. Почему? Я грибок. Как? Грибок. Что, душа не страдает? Но ведь палец болит, тело болит. Ум. Как ум же мозг. Ну, я думаю, Гарри Поттер и душа – это чуть-чуть разные вещи. Нет, во-первых, там этот... во-первых, что странно… Как? Фильмы рассказывали. После про душу? Да. Ну, вот смотри, Гарри Поттер, они там этот… Гарик Потный, они там Рождество праздновали? Да. Вот, смотри, какая штука. Рождество – и что за праздник? Ну, религиозный. Рождение. Религиозный, да, это рождение Иисуса Христа. Спасителя, условно. Вот они колдуны, да, эти… Гарри Поттеры, ну, маги. То есть они, получается, маги, всякие обряды это делают, и в то же время празднуют христианский праздник. Очень странно. По идее, либо Иисус Христос был тогда крутым магом, если они его уважают и празднуют. Может быть? Он же возродился, он же волшебник. Думаешь, он наколдовал? А он колдовал там в этом, или он сделал чудеса, по воде ходил, рыбой накормил сейчас, много секунду, людей. Сейчас, секунду, прям, смотри, нашел. Вот. Ты видать еще маг? Tomorrow, forever. Нормальный воздух. Да. Вот этот зал 200 км? Да. Метров? Смотри, сейчас офигеть вообще, короче, работает. Самое главное, это я не сказал. Это еще предбанничка, короче, здесь. Что-то произошло. Да, все, вот ресепшн здесь у них, все, здесь всякие штуки, вот туалет, пожалуйста, нормально. 6000 в месяц. Да, ну это для этих, наверное, для самого. Смотри, свободно будет 6000 рублей в месяц. Теперь читай. Предоплата, залог, ну, 0,5. Это вот смотри. Здрасте. Ты хочешь заниматься самостоятельно, у тебя есть коллектив, но заниматься негде, тогда тебе к нам. Аренда танцевальных залов. Два зала по 50 с небольшим квадратных метров. Две зоны ожидания и отдыха. Санузел, раздевалки, мужская, женская, кухня с горячей и холодной водой. Света, музыка. Современная техника с возможностью подключения через Bluetooth. Кольцевая лампа для записи видео. Коврики для занятий на полу. Ну это да, танцевальная студия. Монтированные крючки в потолок для занятий в гамаках. Wi-Fi. Почему? Все для комфорта. Это студия танцевальная. Угу. Ну, интересно. Площадь. Вот в описании. Ну, здесь в тексте можно что угодно написать, в заглавлении, объявлении. То есть можно преувеличить или приукрасить. А вот в описании уже теперь не дадут преувеличить и приукрасить. Если авитологи найдут какую-то несостыковку, то тебя... за эту несостыковку подтянут. Да я-то и не даю несостыковки, несостыковки, объявления. Но вообще подтягивать не хочешь, чтобы кто-то забрал. И что, 6 рубалясов? Вот, да. 72 тысячи в год. Вот размер комиссии здесь указывается 10%. Залог 0,5. Ну, это, я так понимаю, наверное, залог оставляешь ты на пол стоимости. Это залоговая... Если вдруг по каким-то причинам ты договор нарушаешь, то этот залог переходит, ну, кто-то даже договор, если нарушает, этот залог переходит в пользу вот, арендодателя в данном случае. Я про знаешь, что думаю? 6 тысяч, аккуратно, Артем, 6 тысяч в месяц, цена 72 в год. Месяц, вот, 6 тысяч, цена 7? За метр квадратный в месяц 30 рублей. Цена за год 72 тысячи. Цена еще маты подстелите. Метр квадратный. Мишань, разминайся вот здесь, не на холодном. Рублей. Вот сюда, иди на теплый, здесь разминайся. Я прилетаю.
да. Постели еще. Я просто, знаешь, думаю, 6 умножить на 12, 72 получается. Да. Получается, за год они не сделали дешевле. Нет. Вот расписано. Кто делает за год скидки, они здесь пишут. Сразу, что за год будет, ну, сразу там дешевле. Да. Миш, тоже можешь, если размялся, можешь кувырочки вместе с Арсением делать. Или сальто. Или сальто делают, да, разные. Можно мат вам, постелите вам мат, чтобы это. И начинайте. Почти. Чуть-чуть. Николай Евсеевичу надо сообщить. И это, знаешь, что искала это? Многих. Почти. Да. Только выше надо прыгать. Искала Ольга. Ольга в свое время, она сюда когда приезжала с Николаем Алексеевичем, она искала зал. Но здесь ей не понравилось. Подход, подъезд неудобный. Вот может повод, ей сейчас пиликни, про сегодня спросить, нет? Сюда. Я думаю, про сегодняшнее, про занятия спросить. Не хочу ей каждый день говорить, она что-то... Я понял. Ну, чтобы она не сказала потом, я же вам сегодня про сегодня говорил, вы не пришли там. На холодном там не стойте. Если размялись хорошо, разогрелись. А, вот я забыл, кого сделать. От стены. От стены отодвиньте маты, пожалуйста, Арсений. А? Миш, маты от стены отодвиньте. Сейчас, я еду, прикольно. Спасибо, получается. Давай, давай, делай. Понимаешь, ну это же не входит в рамках воркаута, который ты подразумеваешь. Нет, молодец, по-моему, сделал. Это не входит в воркаут. Там было вот так, потом я упал. Это входит в рамки гимнастика направления акробатика. А если рассматривать, да, скорее всего, да. А если рассматривать народную гимнастику, то это ловкость. Воркаут здесь на улице сделать. Воркаут это дословный перевод, вспомни. Это работа наружи, либо уличная гимнастика. А вы все за иностранщину за разную цепляете, когда по-русски говорят, ты прям. Ты перелетаешь его, Артем. Да, да, да. Тебе надо прыжок начинать там. Не на мате, а там, на зеленом. Просто ты летишь, как бы пытаешься лететь, надо крутануться. А попробуй на полу сделать. На полу кувыркнуться. Кувыркнуться, просто кувырок на полу. Прислал сегодня. Так? Вот. Обычный кувырок. Вот этот проект. Вот, читай. Ты зачем так вот этот вылетаешь? Ты куда? Я не хочу. Все, я понял. Ну, блин, да. На полу кувыркнись боком, а потом в воздухе надо кувырок это сделать. Арсений, тоже на полу кувырка. Группировка, парень, нужна группировка. Да, надо. Группировка. Можно я у вас снимаю? Хотя ладно. У тебя здесь дырка между черным матом и маленьким матом. Дыра. Да, все по ним, потому что туда можно воткнуть. Еще один матрас есть. Вон еще вон лежит. Еще поролон есть, конечно. Поролон. Поролон под низ. Поролон под низ. Арсений, если вам надо мягче, можешь взять поролон. Под низ положить. Я не сейчас все будет. Сейчас будет четко у многих. Да, конечно, не улетишь. Я не улетел. Почему я встаю и падаю? Потому что группировки нету и нету правильного приземления. О! Я не знаю, как ты сюда улетаешь. А вот сюда. А под себе, ну типа можешь на месте сделать? Ну запусти правильно, у тебя конки нет. Учись, знаешь, как одну ногу вот так вот заводить мы. Одну ногу завел. Мишаня, ты завтра придешь на тренировку? Я понимаю, как это сделать. Четырехчасовая тренировка. Надо желательно, чтобы пришел. Проверка на стойкость будет. Я не понимаю, почему.
Группировку делай, Артем, группировку. Группировку. Сначала сделай на полу. На полу я уже делал. Потом начинаешь делать на полу, но правильно. А ты делал чуть-чуть неправильно. Поролон, да-да, поролон возьмите и под низ постелите. Ух ты, ручка закончилась. Денис, у тебя есть ручка? Смотри, пожалуйста. Да почему? Почему я встаю, мне назад прям взял? Перемешиваешь, надо группировку делать. Сейчас. Да хорош, ты чё? Парень, есть там ты ручка? Тогда ты слишком близко подбегаешь сюда. А тебе есть ручка? Я туда лечу? Откуда ты сейчас запрыгнул? Вот сюда наступил и запрыгнул. Тогда прыгнул отсюда, вот. Не наступай сюда. Вот. Ручки нету? Миша, подпрыг делай. Есть ручка? Артем, есть ручка? Почему? Ручка есть? Тебе просто надо прыжок оттолкнуться повыше. Он туда лечит сейчас. Страшно очень. Страшно очень отсюда прыгать. Может, это под себя делаю? Ну. То я делаю и улетаю туда. Сейчас я. Страшно, очень страшно. А что страшно? Что-то мне не нравится. Один, нам надо это собрать. Лёй сюда. Матрешка, где ручка-то, парни? Хоть одна. Ну где же ваши ручки? Поролошку хорошо стелим ровненько-ровненько, как этот. Артем, нет. Нет, в самый низ поролон. Под маты. Вам надо вот эти два поролошка вот так положить. Вот так. Чтобы они не внахлёст были, а рядышком с друг другом. Да, прям ровненько. Ровненько, прям оп, да. И другие два еще тоже в длину вот так. Вот, и теперь поролошек, ой, отставить, мат, матрас, да. Не, вы его надо вдвоем, вам его поднять, просто мат. Да. Привет. С двух, Миша с этого края, а ты, Арсений, с того края, да, поднимай мат, ой, матрас, и растяните, да. Теперь, соответственно, да, в чехле. Но у вас сейчас крутой будет, очень мягко будет, да. Попробуйте, проверка. Проверка должна быть, да. Но все, помните, здесь будет жестко. А, где, тут? Да, вот здесь будет жестче, чем вот там. Сюда, вот эти маты. Лучше вот возле стола, чтобы вы не улетели, чтобы в стол не улетели, вот сюда куда-нибудь. Ну, сами определяйте, сами решайте, да. Артем, ты тоже делаешь аккуратно. Денис Владимирович за вами наблюдает, может, что-нибудь подскажет интересное. Володя, в общем, хотел прийти, но не придет, да? Нет, Данил хотел. А, Данил хотел. А может, придет сейчас?
Вот, видишь, я вот сюда. Мне надо пофиг потом. Сейчас я пойду. Мне кажется, вам бы, может быть, надо было изначально объединиться. Не две дорожки выстроить, а выстроить одну, но более-менее поудобнее. Они будут долго очередь ждать. Постоянно идет ожидание, вот это простаивание. Артем, наоборот, поролон в самый низ. Да я сейчас его матами накрою, просто долго еще. Ну давай, давай, посмотрим. О, Серег звонил. Барабаноид. Так, сказать. Дядь Сережка! Че звонил? Денис. Все, ну как сюда зайдешь? Сюда иди, пожалуйста. Просто. Я знаю как. Да, Сережка барабанует? Да вроде бы, а то я вот. Это. Только я не видел, сколько там именно точно он положил. Вроде черебас, сейчас я у него спрошу. Серый! Да, здорово, живем. Слава богу. Так, можно вот, я только освободился, вот машину грею. И сейчас буду выйти. Ну класс, мы с Денисом в зале, ребята в зале. Это, я Денису тут вклад передаю. Там сколько было? Хорош. Почти сделал. Вклад. Почти. Вклад. Серега, здорово, живем. Вклад ты делал позавчера. Сколько? Чего, говорит, именно? А, все, понял. Ну, все, да. Все, а, 10, а ты думал про что? 10 забрал? 10 вложили. А, склад? А, склад. Склад. Какой склад? Какой это склад? Ты спрятал клад в какой склад? В аквариум. Ну из аквариума его это, да. Из аквариума его достали, передали. Все, в 100 раз больше. Все. Денчик, запишешь, да? Конечно. Молодец. Все, Сережон, если что у тебя настрой? Он не тренировочный, у меня все классическое, но у меня настрой вообще домашний, если честно. Я сейчас не успею в Аврору доехать. А, да время, 8 часов уже. Ну я понял, да, думай сам, хорошо, лады, в дороге аккуратнее. Если сейчас я в Аврору успею, я тогда в зал доеду. Если не успею, я тогда тебе до дома поеду. Ну, правда, я понял, добро. У тебя завтра ночная? Да, завтра у меня ночь. Все, хорошо. Вот, если что, наберу тогда. Все, Серег, да, до встречи. Ага, все, до встречи. Так, парни, 5 минут. 5 минут силовухи. По турникам разбежались? 5 минут. Ой, простите, 5 минут силовушки. Давайте, лесенка с 8. Какими хватами? Хват от себя. Давайте, быстренько лезь. Соскакивать не надо, Денис, понаблюдаешь за ними? Да. Соскакивать нельзя, поехали. Это низко, надо сразу учиться висеть. Вот, смотри. Давай, Артем, 8 раз, потом... Сможешь, потом 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, в темпе. Давай. Братан, надо быстренько рвани, быстренько прям красиво сделай. Пробуй хватом другим, если вдруг тебе этим. Ты сможешь. Вот сюда, болит? Вот, да. Били? На тренировку. Кто? На тэквондо? Нет. На плавание? Да. На плавание били? Это... Хулиган баловали. Но ты выдержал? О, одна рука. Просто мы плавали. Все, повисли. И быстро. После этого начинаем плечи сводило. Опять. Забился? А если я много плаваю, и у меня плечи начинают как сводить. Очень. Молодец, давай потянись и расскажешь. 8 раз всего лишь. Даже без жилета. Парни вчера в жилете подтягивались. Арсюха, давай, молодец, братан. Тяни соревнования. Помните, Мишаня, тянем. 8 раз надо. Сразу запрыгнул. Ручки стряхнул, сразу запрыгнул на 7, потом на 6, потом на 5, на 4, на 3, на 2, на 1 и на 0. Хват разный. Хват меняйте разный. Сначала прямым. Сначала прямым, потом на себя, потом можно в перекрестие, да. Надо сделать с 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Артем, плавание это хорошо, молодец. Блин, я забиваюсь. И тут... Ну терпи.
Не торопитесь никуда, спокойно подтягивайте в удовольствие. Все можно таким вот способом попробовать. Допустим, на перекладине повисли, зафиксировались. Подъем сделали, зафиксировались на несколько секунд. И опускаем себя как можно медленнее вниз. Нет, это один из видов подтягиваний. Но это чтобы еще больше подтягивать. Ну силу крепишь. А так надо больше подтягивать, чтобы больше подтягивать. Каждый вес своей. Давай, молодец, напомню, красавчик. Вы что мне камеру напоминаете? Подводящих упражнений, чтобы вообще в принципе научиться подтягиваться. Чем вы больше будете подтягиваться по-разному, тем лучше. Разные виды. Можно медленно тянуть себя вверх, медленно опускаться. Целую минуту можно сделать одно подтягивание. Прямым хватом, нет? Давай, подтягивайся, зафиксируй себя прямо. Где зафиксируй? Если не можешь, прям подбородок положи. Руки стряхнул. На температуру, пожалуйста, подбегите, Артем. Ты потянулся, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. А что кувыркаешься? Отдохни, ручки сбрось и давай. Зато сильно будешь. Что, разве не хочешь сильно? Видел тренировок много. И мне на каждый говорят, отжимайся. Да потому что это база. Руки скажем, это основа. Хочешь научиться на велосипеде кататься, надо кататься на велике. Я просто тэквондо отжимаюсь 100 раз, тут отжимаюсь 100 раз. А здесь подтягиваешься и отжимаешься. А тут ты еще на одной руке научишься подтягиваться, отжиматься. Я не хочу. Блин, братан, ну если везде говорят надо, может быть надо? Миш, подбеги сюда, температуру померяем. Ты самое главное, Артем, ты не переживай, все потом пригодится. Вот, подтянулся, выпрям ноги, полностью выпрям. И поехали, медленно опускаешься. Медленно опускайся. В разных местах разные 36,5, 36,7, 36,7. Разные места, 36,6, молодец. Арсений, подбеги, пожалуйста, температуру померяем. Давай. И дальше, ребят, да подтягивайтесь, ладно, лесенку. Запрыгиваешь. 36,6, да. Молодцы. 4. Почему? 4, да? Хоть раз 5 было? Молодцы, да. Пошел медленно вниз, опускаешься. Еще медленнее. Еще медленнее! Боец, еще медленнее! Вообще, на самом деле, очень крутые такие упражнения, когда вы амплитуду действия, ну, снижаете. Скорость выполнения снижаете. 4 вот так, да. Не, 4, 2 каждый. 4 вот так. Раз, 2, 3, 4. Скорость, не торопитесь, да. Или отжимания вообще крутые. Очень медленные, да. Одно отжимание. Подтягивай минуту, блин. Вопрос можно подтягивать. Артем, ты все сделал? Лесику все сделал? Да. Подтягивай, можно в течение минуты. И опускаться потом. 30 секунд подъем, 30 секунд вниз. Это будет считаться за одно подтягивание. Это будет считаться одно подтягивание. Парни, поехали полосу препятствий. Артем, давай. Зато когда вы скажете, что я подтягиваться могу всего лишь 10 раз. Если вас попросят, ну давай хоть 10 минут. Вы можете так встать, подумать, так, 10 минут есть у вас? Есть, и как показать? 10 ну, Денчик, если так смогут 10 раз потягивать за 10 минут, то соточку потягивай, потом просто на ура вылетит. Я хочу динамику. Динамику? Ну делай, крути. Ты себе это в что накладываешь? Заднее сердце хочу научить. Ты сначала полосу препятствий сделай, не пожалуйста. Сейчас я одну попробую. Давай, ладно. По пояс. Наклал. Так. Ну и прыжок, да. Я только так буду делать, потом перекручивать чуть-чуть, потом наступать. Так это так в самом начале вам и говорили. Да. Вам в самом начале так и говорили. Надо ставить, помнишь, Артем? Первые моменты, когда касательно сальто. Ставите маты высоко, и на них надо просто запрыгивать. Даже не спиной. Не спиной. Даже не спиной, научиться. А для того, чтобы тебе прыжок надо.
нам нужно на этих ногах делать. Потому что потом ты сделаешь как раз, да, а потом ты как раз будешь, так ты сколько раз, я ты низкая, должен запрыгнуть, высоко прыгать. В высоком прыжке то, что мы делаем. Вот в этом прыжке ты чик, оборот, в максимально высокой фазе ты делаешь оборот, максимально. Не вот так ты делаешь сальтуху, а вот здесь у тебя высок. И вот здесь ты переворачиваешься. Я видел, как сальто делали в самолете. Да это сальто можно сделать хоть на гвоздях. Вот так вот он приседает. И улетает, да? Все, парни, поехали, полоса препятствий. Будет жестко, поэтому не падаем, понеслась. Потому что Артем надо наложить, хорошо выстраивать. Это обратись к строителю. Денис Владимирович тебе скажет полностью про сопромат. В данном случае ты нарушил вообще все идею законы, строительства. Все законы физики, да. Механики. Ты мягкое, очень мягкое, сильно положил внизу. Тебе надо было уплотнить основу, фундамент. И узко ты сделал. Да, давай полосу препятствий поделай, и мысль придет. Потом придет, да. Озарение. Тяжелая, жесткая, широкая, по возможности. Не надо основу. Ты же не вкапываешься в фундамент, а спиной пройти, а спиной. Вот эту лесенку наклонную спиной, да. Денис, если у тебя есть 5 минут свободных, помоги мне, пожалуйста. Мне надо найти наши вот эти все заполненные, которые ребятами, и которые были социальные справки. Пойдем здесь, ходуем просто, пойдем на диван. Социальные справки, где вот у них все люди есть, у кого. Которые не нужны, объявления или что-то, их отсюда вообще надо убрать, потому что я вчера раздал. Так, Артем, ты принес разрешение от родителей? Мама, типа, а как мы не нашли YouTube-канал? Ты разрешение принес? Мама сказала, то, что она типа не разрешает снимать меня, пока не увидит, что на канале. Ты не нашел YouTube-канал? Я значит, все это время ты обманывал, что ты его видел? Не, я не говорю, что я видел. Ты же говорил, ты там тренировки смотрел, и я когда говорю, парни, смотрите. Нет? Нет? Ну давай, звони маме, сейчас будем это общаться. Тогда тебе нельзя на занятия приходить, братан. Так. Да. Вы сказали, сайт, а он так. Что я сказал? Нет такого, это болезнь. Что я сказал? Ютуб канал, вы сказали. А это болезнь. Какая болезнь? ВСА. Как? ВСА. Он что несет вообще? Болезнь. Он что несет вообще? Нет, да. Телефон, мама, звони, пойдем. А что, в диалоге не написала мама? Скажите, она есть? Она добавила? Не спросила, скажите, как да. Она... Как... Ты давай, звони маме. Как пойдем, сейчас будем решать твою судьбу здесь. Как она на тебе не сюда. Спокойно, Яшка, надо так. Да. Спокойно, Яшка. Ну как называется? Как канал называется, Артем? Артем, как канал называется? Вот ну все, Атлетика вместе. Как канал называется? ВСК. Как? ВСК. ВСК? Какой ВСК? ВСА. ВСА? Какой ВСА? А как называется? Как называется? Тебе диплом, который подарили, где он? Воздушная все. Атлетика. Грамма. Он висит на холодильнике. Вот такая, да, грамма? Да. Вот честь прочитай. Воздушно-силовая атлетика. Да. Саратской области. Спортивно-культурный клуб вместе. Так. Все. Как канал называется? Силовая атлетика. Воздушно-силовая атлетика. Ну, может, он правда не знает. Саратовская область, спортивно-культурный клуб. Он все это время обманывал, получается. Я маме его... А, из СКК. Звони маме. Из СКК вместе. Давай телефон, иди сюда. Сейчас позвоним. Вы сами говорите, болезнь такая. Представляешь, болезнь. А что ты имел в виду, когда сказал, ВСА болезнь? Это что за болезнь? Я не помню, там были... Ты занимаешься, даже не понимаешь, где ты занимаешься, да, что ты делаешь? Воздушная силовая атлетика называется, ВСА, правильно? Правильно. Так, надо сейчас разобраться, смотри. Мам, ты выбери сейчас, это не поймешь, или я с ним поговорю. Болеет. Болеет? А, ну, я... А как у Маши зовут человека? Анна. А отчество? Дмитрий. Алло. Алло. Артем, я на громкую связь сделал. Да. Я сделал. Ты сразу возьми, лучше ты, Артем, представь. Да. Даже мам, сейчас я с ним с тобой поговорю. Мама, нет. А, если папа? Ну, скажешь, что Сергей Геннадьевич говорит.
Сейчас Сергей Геннадьевич. А как Юрий по отчеству? Позор напомню. А мама? Алло. Сейчас, сейчас. Алло. Алло, Анна Дмитриевна? Здравствуйте, Сергей Геннадьевич. Скажи, пожалуйста, Артем попросили, дали разрешение от родителей, чтобы запомнили родители. Но он говорит, типа, мама не разрешает заниматься. Нет, я не говорю, что разрешают заниматься. Я скажу, что как только я тебе посмотрю, мне нужно много знать. А, все, вообще замечательно. А я же название вроде бы, и мне кажется, нет. Я и тебе, и Артему говорил. Но вот сейчас вот ручку, давай еще раз, ладно, повторим. Спортивно-культурный клуб вместе, СК вместе. Нет, прям название вот прям набирай, СКК, спортивно-культурный клуб вместе, СКК вместе. СКК, да. Это, СКК это аббревиатура. Это да, просто он заниматься не сможет тогда, без разрешения. Да? Просто мы сейчас собираем и ждем его как бы результат. И если он на следующий тренировку принесет, ну, ты определись просто, да. Вот, но я почему-то был уверен, что уже смотрели, потому что тебе лично я говорил название. Юрию, Артема просил, чтобы оценили. Обязательно я говорил родителям, когда собирались, чтобы родители контролировали процесс через наблюдение на Ютубе. Это не сайт. Ютуб это площадка, где создаются каналы, где ну, выкладываются видео. И вот у нас от клуба там это канал создан на Ютубе, там в канале плейлисты. Непосредственно плейлист называться будет «Гимнастика в клубе воды силовой атлетики». Артем сказал, что какую-то болезнь нашли в ВСА, или что-то он искал? Нет, это ссылка, когда придумал, посмотрел ВСА, какие бывают. Ваши не нашли конкретно. А, нет, это СФК. ВСА, если вообще правильно, это федерация, ну это аббревиатура, федерация воды силовой атлетики, ФВСА. А СФК, да, СФК это спортивно-культурный клуб, и а название вместе у него. Хорошо, я посмотрю. Все, ладно. Все, доброго вечера. До свидания. Да, Артемий, братан. Я не ожидал от тебя такой какой-то вообще глупости. Взять маму так расстроил. Мама, мне кажется, не расстроилась. Мама расстроилась. Нифига себе, она болезнь увидела. Она вместо здорового, счастливого сына увидела болезнь. Вообще жесть. Так, ладно, парни, продолжаем. Надо. Они были вообще в одном файле отдельно. Сейчас нету? Все те, кто. А, подожди, вот же, вот. Вот. Это заполненные, да? Да. Открываем. И смотрим, что это у нас. Что это у нас Александровна? Чик. Смотрим. Согласен, с чем или нет. Есть? Черного есть. Обратно. Миш, ты принес? Смотрим, Рыкова Елена Владимировна, это Юрец. Надо смотреть, дай, дай, дай секундочку. Надо, который, смотри, вниз, который ты в посещении, если какие-то есть неправильные напечатки. А я их отдельно уже убирал. Вот где они правильные, и надо посмотреть социальные справки, не только разрешение, а именно еще социальные справки. Вот они должны быть все в одной кучке. Все здесь, да? Вот какие-то у нас есть согласия на посещение ради занятий. Вот эти вот правильные напечатаны. Я фиорадитель, законный представитель. С этой стороны вот так вот, да, секунду, да, если... Да, да. Правило. Вот это вот, это старое. Но старое его уже и нету, этого. Варежников Сергей Владимирович. Пусть лежит, пусть лежит. Просто это я его и оставил. Это вот здесь, да? Значит, они вот эти все у нас... Зимина. Стоп, на другую сторону. Которые новые, вот они новые, они есть. Потому да. Что есть еще вот другие неправильные печатки. Да, да, вот смотри, вот эти вот все новые, которые печатаны, они все правильные печатаны. Это вот те парни, которые сейчас у нас будут заниматься. Потому что нам надо, кто понимает, вот. Но у нас уже не ходит, это Варежников. У них, конечно, старые, и с одной стороны нет техники. Нет, я это знаешь, почему сейчас спрашиваю? Я это сейчас спрашиваю, потому что барабанщик печатал же с дуру, он печатал разные варианты. Да, да. У них какие-то есть ненужные.
если она будет...